Уже сквозить на будущее форматом, видимо, дополнение неформального общения, но в подождающем выступлении, то есть уже как будто бы мы это дело начали. Но это был какой-то маленький анонс, единичный. Друзья, мы осталось немножко, мы на очень финишной прямой. Мы уже вот скользим на санках, попали уже к самой-самой низинке, поэтому ваше долготерпение, видимо, оправдано тем, что вам интересно, а не просто вежливо, хотя это тоже немало. Итак, продолжаем. Мне, да, Сергей Соколов, ну, что я много говорю.